Развитие отношений с Грецией и Кипром остается в повестке армянской дипломатии, но Ереван не выстраивает свою внешнюю политику против какой-либо третьей стороны. Об этом, как передает канал 13, заявил глава МИД Армении Арай Вазян, выступая сегодня на заседании постоянной парламентской комиссии по внешним отношениям. Отвечая на вопрос, не собирается ли МИД Армении активизировать трехсторонний формат Еревана-Афина-Никосия в противовес агрессивной политике Турции, Айвазян отметил, что укрепление данного трехстороннего формата остается во внешнеполитической повестке Армении, но она не ищет врагов себе в регионе, так как очень хорошо знает цену миру. А Армения должна выработать прагматичный подход в выстраивании своей внешней политики, учитывая угрозы безопасности в регионе. Мы сделаем все, чтобы по всему периметру границы Армении была сформирована стабильная среда безопасности, сказал армянский министр.